Всем привет! С вами канал отдыха и путешествий Фритец Тур. Мы отдыхали в Бодруме. В древности он назывался Галикарнас. В отеле Цезарс 4 звезды. Пакет был All Inclusive. 2 человека, $1500. Отель на первой линии. Находится пляж каменистый. Мы плавали с понтоном. Вода в Бодруме в сентябре в основном 25-26 градусов, но иногда была и 24. Но не жарко, постоянно дует ветер, но ветер не сильный, не холодный, очень комфортно, не душно, не жарко. Отдыхайте в Бодруме в сентябре. У отеля хорошая зеленая территория. Есть на берегу ресторан платный, и мороженое продается. А есть детские площадки, горки, 2 бассейна, взрослые и детские. Кушали мы на веранде, нас прекрасно кормили, мы довольны. Фото номера прилагается. Отель Цезарс находится в бухте Гюмбет. Оттуда можно до центра идти минут 20 или ехать на маршрутке. В Бодруме красивая набережная, зеленая, вся в цветах. Большое количество магазинов, кафе, ресторанчиков. Есть пристань с яхтами. Мы брали яхту, катались по всем бухтам Бодрума. 5 часов катают на яхте. Стоимость 20 или $25 с человека. Я уже не помню. Предлагают шестиразовое купание. Яхта нас немного притомила. О достопримечательностях Бодрума я расскажу вам в следующем видео. Итак, всем спасибо за просмотр. Если видео было для вас полезным, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!